Мы с вами обсуждали, Ростислав, возможно, как будет складываться этот забег. И, в общем-то, пришли к выводу, что если не будет быстрого начала, если сравнительно медленно побегут участницы, то у Светланы Мастерковой есть хорошие шансы. Ну, она может и сама, в принципе, повести бег, только в данном случае это не нужно ей. Вот, пожалуйста, начинается представление. Ну, как-то не совсем. Вот Светлана Мастеркова. Слева от нее в бело-красной форме Анита Вейерман. Это чемпионка мира Карла Сакраменто из Португалии. Анна Аменендес, хозяйка соревнований. Кенийка Маранга. Известная Виолетта Бекле-Шекели. Кутре Дулече, Анна Якубчак. Ну, достаточно титулованные в прошлом году в Будапеште. Карла Сакраменто, португалка, хотя живет она постоянно в Мадриде. Чемпионка мира 97-го года в Афинах. Мастерковой на чемпионатах мира не везло. Побеждать не удавалось. А на предыдущем она просто получила травму ноги. Вообще закончила выступление прежде времени. Очень опытные соперницы Виолетта Бекле, румынка, и Анита Вейерман из Швейцарии имеют личные достижения в этом сезоне лучше 4 минут. Вот любопытно, что первые 5 результатов, кстати, почти все участницы здесь, кроме немки Фонсеки, 5 результатов были показаны в одном забеге 11 августа на соревнованиях Гран-при. Американка Реджина Джекобс, вот вы видите, неоднократная чемпионка Соединенных Штатов и чемпионка мира в зале на беге на 1500 метров. Юная полька Лидия Хаецка, 740 номер, 22 года ей, победительница недавнего чемпионата Европы среди молодежи. Ну, давайте посмотрим забегом. Уже Светлана сразу. Две румынки взяли в клещи Мастеркову. Но она пыталась прорваться вперед, но заняла сейчас вторую позицию. Все нормально. Румынка. Одна румынка очень опытная, это Бекле Шекели. Вторая не очень, Бухаяну. Так, ну что, роль зайца румынка выполняет. Вот рядом с Мастерков Вейерман, Джекобс. Вот так широким фронтом бегут. Это опытнейшая Бекле впереди. ...34 года румынки. Ну, будем смотреть за Мастерковой. Это Джекобс Сакраменто. Вот основные здесь претендентки, видимо. Такое ощущение, что соперницы ориентируются на Светлану Мастеркову. Следят за тем, как она ведет забег. Лидия Хаецка там в головку вышла. Но пока на румынку не обращают внимания. А ее, похоже, прическа заботит. Вот так, конечно, бежать эффектнее. Чего не скажешь. Да, всерьез ее не очень воспринимают. Вейерман вот тут позади, но на второй дорожке контролирует ситуацию. Но все они следят друг за другом. Ну что ж, так похоже, что пока в выгодном ключе для Светланы развивается вот событие. Вейерман пошла, и ее не пропускает Джекобс, американка. Так, румынку группа вобрала в себя. Мастеркова, Джекобс, Кутре. Вейерман все время активно. Молодая спортсменка Анита Вейерман. Но, тем не менее, у нее бронза и на чемпионате мира 97-го года, и на чемпионате Европы 98-го. Так, Карла Сакраменто. Впереди Джекобс, Сакраменто, Мастеркова. Шекели. Шекели рядом с Мастерковой. Джекобс. Сакраменто выходит вперед.
Но Мастеркова не дает себе взять коробочку. Эфиопская бегония. Дулечи, Кутра Дулечи. Итак, пошел последний круг. Так, пятерка убежала от остальных. Карла Сакраменто, Кутра Дулечи, Реджина Джекобс, Светлана Мастеркова и Виолетта Бекля. Так, толкает, так, не пускает Джекобс. Ей теперь не выбраться вообще. Так, Сакраменто, Дулечи, Мастеркова. Третья. Так, побежали. Мастеркова, Дулечи, Джекобс. Ну, Светлана. Мастеркова выходит вперед, за ней бросается американка, четырехкратная чемпионка штатов Реджина Джекобс, да. Но, пожалуй, поезд уже ушел. Уже. Светлана Мастеркова выигрывает с рекордом чемпионатов. 3:59:54. То, что мы с вами видели в 96-м году в Атланте, вот здесь повторилось почти в той же самой ситуации. Вот целуют дорожку Светлана, чемпионка мира 99-го года. Замечательно построила она тактически верно забег и побеждает, причем настолько уверенно. Ее великолепный, знаменитый финиш мы увидели сейчас. Светлана Мастеркова приносит сборной России 5-ю золотую медаль. Это уже пошли, что называется, несчитанные медали. Максимум, на что рассчитывали наши сборные. Мастеркова, это медаль в высшей степени считанной всеми тренерами сборной команды. Я имею немножко в виду совсем другое, что максимум 4 медали нам отдавали, а это 5-я. Ну, были, конечно, там незапланированные, но все равно уже по золотым медалям перебрали мы то, что планировали. Золота много не бывает. Светлана Мастеркова, самое главное, что... Ну, во-первых, 2 медали у нее на этом чемпионате. Но самое главное, что, похоже, она восстановилась после болезней, травм прошлого года. И вот то, что с ней работал постоянно один из лучших массажистов сборной, конечно, ей помогло выдержать нагрузки этого чемпионата. Потому что, в общем, тренировалась она в тяжелых условиях. На базе в Подольске, где дорожка, положенная лет 10 назад, сейчас превратилась, ну, в бетон. И, конечно, наши легкоатлеты там забивают. Вот она. Он услышал меня на ваших экранах. Чемпионка мира. 5-я золотая медаль у российской сборной. И с удовольствием давайте посмотрим еще раз этот фантастический, замечательный финиш. Никто близко даже не мог поддержать вот этот рывок. Настолько легко убежала она от соперниц. Были у нас определенные опасения, поскольку 800 метров, где у нее была бронза, бежала она как-то не очень уверенно, но на 1500 она первая. Мы поздравляем Светлану. Поздравляем Светлану Павловну, Стыркину, Плескачи, Якусакчи, Ильянова. Их, ее тренеров, Асята Саитова, мужа, и маму, и Настю, маленькую дочь. Российской команды сложным был для нее этот чемпионат. Журналисты задают такой банальный вопрос спортсменам: какая медаль для вас самая дорогая? У Светланы Мастерковой были 2 золота Атланты, но судя по ее слезам, эта медаль тоже ей очень дорога.
И на последнем, конечно, чемпионка мира, двукратный чемпион Кэти Фримен. Вирне де Анжели, итальянка, вторая дорожка. Третья дорожка, команда России. Стартовый этап доверили опытному эстафетному бойцу Татьяне Чебыкиной, москвичке. На четвертой дорожке команда США, неоднократная победительница чемпионатов мира в этом виде, Сьюзан Рейд. У американок две очень опытных спортсменки, Марсель Мелон и Джерл Майлз, которые еще в 93-м году были чемпионками мира. Ютка Бурьянова, Чехия, тоже очень сильная команда. На шестой дорожке главный претендент на золото, и стал быть главный наш соперник, команда Германии. Соперник не только в этой эстафете, здесь, возможно, решается и судьба командного первенства чемпионата. Я имею в виду борьбу за второе место. Анке Фёллер. Вся команда Германии – это чемпионки мира 97-го года. Полностью сохранен состав Афин. Команда Кубы – Джулия Дюпорти на первом этапе. И на восьмой дорожке еще одна сильная команда. Команда Ямайки. Беверли Грант. Я напомню, что накануне в полуфинале наша сборная, наши девушки показали лучший результат сезона в мире. 3 минуты 24,51 сотая секунды. Итак, внимание. Татьяна Чебыкина начинает в нашей команде эстафету. Она чемпионка и рекордсменка мира в залах в Майбаше. Команда бежала в этом же составе. Ну, до приезда в Севилью предполагал, что, может быть, команду усилила бы Ирина Привалова. Но травма не позволила ей, в общем, выступать здесь в полную силу, к сожалению. Это Фарманова, чемпионка мира в беге на 800 метров в зале и здесь на стадионе. Побежит третий этап за команду Чехии. Итак, эстафета 4 по 400 метров. 4 минуты прединфарктного состояния сейчас у нас будет. Листас. Фух, пошли. Нервы напряжены до предела, конечно, сейчас. Так хочется нашей победы. Ведь в случае выигрыша, или, по крайней мере, мы должны обыграть команду Германии. Тогда в командном зачете России будет второй на этом чемпионате. Американцев уже не догнать. А немцев можно еще попробовать обойти. Итак, Чебыкина на этом этапе сражается с Анке Фёллер. Немкой, Иткой Бурьяновой из Чехии и Сьюзан Райт в Соединенные Штаты Америки. Татьяна бежит шестой. Но передача с форой. И на втором этапе посмотрим, как передадут. Светлана Гончаренко. Нет, чуть раньше немки и американки. Светлана Гончаренко где-то третий-четвертый вместе с чешкой получил палочку. Сейчас после поворота команда выйдет на общую дорожку. Выход на общую дорожку. И Гончаренко вторая. Вслед за американкой вот этой многоопытной Мейсел Мелоун Велачи. И следом за ней бежит немка. За команду Германии здесь Ута Рёландер, чемпионка мира. И австралийка тут же, а у них на последнем этапе двукратная чемпионка мира Кэти Фримен. Так, есть некоторый разрыв. Ну, Света, догнать американку надо, дожать. И теперь кто первый уйдет на поворот? Оля Котлярова? Нет, все-таки раньше уходит американка Мишель Коллинз. И Ольга Котлярова за ней. Немки пока пятый, но за них бежит опытнейший боец Аня Рюкер. Финалистка здесь беги на 400 метров. Конечно, она сейчас обойдет, наверное, чешку. Хотя это сама Людмила Парманова. Да,
Рюкер обходит Фарману, причем схода, не задумываясь. И вот сгруппировали спортсменки. Такая пружина, которая сейчас разогнется, видимо, на последнем этапе. Шесть команд претендуют на золотые награды. Котлярова пытается обойти американку. Ну, еще немножко, Оля. Обходит. Так, наши спортсменки из Екатеринбурга выходят на первое дежа. Немки уже третьи. И у них Фрид Бройер на этапе. Наталья Назарова впереди, и вместе с ней бежит американка Джерл Майлз, неоднократная чемпионка мира. А в метрах 10-12 за ними гонится рыжеволосая Грит Бройер, вот опытнейший боец, чемпионка мира. Вот она их уже догоняет. Ой, что будет на финише? Да, уже практически догнала двух лидеров. Назарова, Майлз. И в них буквально врезается Бройер. Могла обходить, но поворот невыгодно. 150 до финиша. Три команды. Назарова впереди. Назарова, ну, Наташа, она чемпионка мира сеньорок, совсем молодая, 20-летняя спортсменка. Что в ее руках? Держать. Бройер пытается выйти вперед. Держать, Наташа. Наташа, еще Наташа, немножко. 30 метров до финиша. 20. 10. Россия, победа. Победа. Шестая победа сборной России. Шестая золотая медаль. И немцев обыграли. Все. По максимуму, как говорится, выиграли эту эстафету. Обыграли немок, выиграли шестое золото. И уже на две золотые медали опережаем сборную Германии. Которой теперь уже ничто не поможет, потому что прыгуни в высоту немок нет на секторе. А выиграть, в крайнем случае, она может только эстафету мужскую 4 по 400 метров. Но там им надо американцев обыгрывать и англичан. Ну и эстафета. И время. Тут у нас какая-то ошибка в компьютере. Сборная России на первой строчке. Но вот сейчас должно быть исправление. Похоже, они думают, что одинаковое время, но сборная России чемпионы. Нет, 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 все, здесь что-то какие-то напутали, я уже заволновался. Время нашей команды 3 минуты 21,98 секунды. Светлана Гончаренко. Инга Бабакова показывает 2:01. Все внесли свой вклад в эту замечательную победу. Победу, которую мы ждали с первого дня. Мы говорили о ней постоянно. Не получилась первая попытка. И она пришла. Я уже говорил где-то в середине наших репортажей о том, что максимально высоким достижением российских легкоатлетов на чемпионатах мира за все годы, начиная с 83-го, когда россияне выступали в составе сборной Советского Союза. Так вот, наивысшим достижением за все годы было Токио, когда у россиян было 4 высших награды, а всего 13 медалей. И вот сейчас уже перекрыт показатель по золотым медалям. Да. Несмотря на все трудности, которые переживает наша легкая атлетика, трудности с подготовкой сборной команды и некоторыми отдельными неудачами здесь в Севиле, конечно, наша команда проявила таки под конец бойцовский характер и вышла на второе место в мире. Хотя и тренироваться негде, и базы хорошей нет, и масса проблем. И тем не менее, живет легкая атлетика в России. А ведь вы вспомните, что мы еще удачно выступили на соревнованиях резерва, на юношеском чемпионате мира, на европейских форумах юниоров и молодежи команд, откуда привезли, сейчас точно не помню, 12 или 13 золотых медалей. И вот одна из призеров молодежного чемпионата Европы Светлана Лапина здесь поднимется на пьедестал почета уже взрослого чемпионата мира. Спортсменка из Махачкалы, Воронин из Владикавказа. Сколько городов готовят талантливых спортсменов у нас в России. Только им надо помогать. И спортсменам, и тренерам. И этот совершенно замечательный и столь радостный для нас финиш. Чуть-чуть в тени остались соревнования прыгуни в высоту. А там у нас уже тоже две медали. Только пока еще неизвестно, какого достоинства. Вот на ваших экранах окончательная таблица результатов в эстафете 4 медали.
все было, все превзошли. По-моему, даже вы, которые знаете все, что делается у нас в легкой атлетике, этого не ожидали. Или не так все-таки? Ну, во-первых, давайте радоваться победе, а не считать, что мы проиграли почему-то, потому что мы не имели прогноза столь высокого. Я думаю, что мы к этому стремились. Если сейчас посчитаем, сколько мы выиграли, сколько проиграли, то отрицательную корзину будет сложно больше. Воронин. Нет, правда, Воронин. Очень сильно страшно. Эстафета 4 по 400 женщин. Продали прыгунью высоту. Велисина, особенно Светлана Лапина, чемпионка Европы среди молодежи, которая смогла преодолеть себя и прыгнуть очень высоко, хотя она достаточно юного возраста для таких крупных соревнований. Можно всех впечатлять. Все победы, это было здорово. И вот сейчас на пьедестал почета поднимутся четыре наши чемпионки. Все было так в этой работе. Я благодарен Министерству физической культуры и спорта, лично министру Борису Иванюсову. С нашей командой вывел нашу команду на пик форме вот здесь. Прозвучит под сводами Олимпийского стадиона испанской Севильи. На этом уровне прощаемся. С вами были Ростислав Орлов и Николай Попов. До свидания.